тот момент, когда заходишь в свою мячечную в Сингапуре, а менеджер подрывается и начинает объяснять новому сотруднику. Кстати, Марокко — это где? Пацан оказался из Марокко. Вы говорите то, что в Сингапуре, блин, рабочие визы дают только либо малазийцам, филиппинцам, китайцам, либо по очень строгой квоте. Если вы доказали то, что у вас сотрудник очень востребованный, дают рабочие визы людям из других стран. Пацан из Марокко приехал шаверму готовить. Завтра, ну или на днях попробую взять у него интервью, выяснить, что как. Правда, у меня с английским плохо, поэтому я чувствую, что просто будем жрать шаверму на халяву. Ну не на халяву, ладно, оплачу. Вот. И да, кстати, шаверма в Сингапуре стоит 7 сингапурских долларов. Один сингапурский доллар стоит в районе полтинника рублей российских.